Все это сделано из доминошек, причем никакая косточка домино не может участвовать более одного раза. Требуется понять, из каких же на самом деле косточек и каким именно образом это было сделано. Нет, вы сначала объясните, а потом уже рисуйте. Ну, не может повторяться одна косточка два раза. Да. Ну, только если ну, 1-4 и 4-1. Так может? Нет, не может. Так не может. Так не может. Вот. И поэтому надо распределять косточки так, чтобы не было повторов вообще. Вот скажите мне, пожалуйста, почему вы думаете, что будет именно такая 4-4? А не 4-0. Потому что если будет вот такая 4-4, вот тут вот, тогда вот сюда пойдет или сюда, то будет 4-0 и тут 4-0, поэтому будет повтор. Нет, начинайте на слово. Если бы была 4-0, вот так, то да. Тогда бы сюда было 4-0. То тогда или это, или это было. Что отлично, вы правильно сказали. Давайте я покажу ваше решение. Представьте, ребята, вот если бы было так, тогда эта клеточка была бы или с этой, или с этой. Все увидели? Да. Все увидели. Значит, то, что я сейчас нарисовал, это абсолютно ерунда. И на самом деле ситуация вот какая. На самом деле у нас вот такая вот немножко. Значит, получается то, что... Ну, тут конечно. Конечно, в обязательном порядке, нет, а эту границу бессмысленно рисовать, она и так, вы давайте рисуйте вверх. Так. Вот это, да, вот этот отрезок надо было нарисовать синий, да. Все, отлично, две доминошки вы нашли, дальше. Так, значит, вот тут уже не будет. Молодец, здесь уже не будет 4-4, потому что 4-4 здесь уже есть, поэтому да, будет... Поэтому будет 4-0 тут. Отлично. Абсолютно здравое рассуждение. Значит, тут был 4-1. А не 4-0. Да. Да, рисуем, 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 рисуем. Да. Значит, тут будет 1-0. Да, замечательно. Вот. И поскольку 1-0 запрещено, то будет 1-1 и 0-3. Молодец. Все правильно. Задачи, которые в течение многих лет использовали на вступительных экзаменах в математические школы. Там только числа меняли, а сама задача эксплуатировалась и эксплуатировалась. Летела стая одноголовых сороконожек и трехглавых драконов. Вместе у них 26 голов и 298 ног. Сколько ног у дракона? Это задача на перебор. Очень несложно. Давайте мы ее решим. Чтобы у всех были одинаковые обозначения, у меня есть такое предложение. Давайте количество ног обозначим буквой X. Дальше количество сороконожек обозначим буквой А. А сороконожек. Между прочим, мне тут объясняли, что на самом деле у настоящей сороконожки вовсе не 40 ног. Вот. Да? Да, да, да. Так что вот. Но тем не менее, называется и называется. Вот. А драконов, к счастью, вообще никто не видел, поэтому. Это в 4 будет. Вот. Ну, трехголовок, в смысле. Вот. Так что пусть будет их B штук. Кто напишет уравнение? Уравнение, на самом деле, будут очень просто выглядеть. 26 это и 298 это. Пожалуйста. А плюс 3Б. Количество голов. А количество ног?
40А плюс B умножить на X. Непонятно, почему не могли нажать, но ладно. Получили два уравнения. Что с ними дальше делать? Как решить эту систему уравнений в целых неотрицательных числах? Рассказать? На самом деле, это задача на перебор. Она не зря расположена именно в том самом параграфе. Значит, ребят, смотрите. Понятно, что на числа А и Б есть некоторые неравенства, причем вполне понятные. Скажем, смотрите, число Б не может быть слишком большим. Согласны? Ну, насколько большим оно может быть? Максимум? 7. 7. Ну, почему? Я бы и 8 мог. Почему нет? Почему? 8 можно тоже. 3 умножить на 8, 24. Нет, b не больше 8, это точно. Так, на число а какое условие? Не больше 7. А не больше 7. Совершенно верно. Потому что 7 умножить на 40 это уже 280. А если в качестве а возьмешь восьмерку, то будет у нас 320. Это слишком большое число. Замечательно. Ну и что же мы дальше будем делать? Обставлять. Дальше мы будем просто разбирать варианты. То есть у меня есть разные значения для числа А. У меня есть разные значения для числа Б. Ну, давайте так. Нужно ведь, чтобы А и Б были вот так вот связаны. Какие вообще возможны ситуации? Скажем, b равняется нулю, а равняется 26. Это возможно? Нет. Невозможно. b равняется единице, а это 23. Все равно слишком, да? b равняется, скажем, 5. Тогда а будет равняться 11. Все равно а слишком большое. b равно 6, тогда а равняется чему? 6. Нет, b равно 6, тогда будет 18, 26 минус 18. 8, все равно слишком много. Какой вариант для b? 7. b, нет, для b. Семерка, 7 умножить на 3, сколько? 7 умножить на 3, 21. Значит, для А какой вариант? 5. 5. Возможно. Возможный вариант, да. Хорошо, дальше посмотрим. Б равняется 8. А равно чему? 2. Ну что, тоже хорошо. Б равно 9 уже нельзя, уже слишком много. Господа, выяснилось, что таблица не такая большая, как я думал. Таблица состоит всего лишь из двух вариантов. А теперь нужно каждый из этих двух вариантов подставить вот в это вот равенство. И смотрите, что у нас получится. Если пятерка и семерка. 298. Это у нас будет 200. Плюс 7х. Это один вариант. Вот этот значок означает или в алгебре. Хорошо. И второй вариант. 298, если вместо а подставлять двойку. Это будет 80 плюс 8х. Отлично. Давайте изучать каждую из этих ситуаций. Значит, в этом случае 98 равняется 7х, то есть x это 14. Господа, отлично? Да. Отличный вариант. Теперь смотрим второй вариант. 218 равняется 8х, давайте пополам поделим. 109 это 4х. Не бывает. Нет.
нечетное число. Не бывает, да. Число 109 нечетное. Поэтому у задачи есть единственное решение. 14. 14 голов у дракона. Так, нам здесь еще написали пункт Б. Ног, спасибо. Голов 3, да. Нам еще здесь написали пункт Б. 648 ног и 39 голов. Это абсолютно то же самое, только чуть-чуть другие вычисления. Значит, давайте сделаем так. Я все-таки сотру сейчас быстро-быстро все вот это. И просьба вам самим составить такого рода табличку, написать все эти неравенства, понять и разобраться. Пожалуйста. Летела стая одноголовых сороконожих и трехглавых драконов, у которой было всего 648 ног и 39 голов. Сколько ног у дракона? Очень хорошо. 39 – это А плюс 3Б. Так, теперь про ноги. Какие есть очевидные ограничения? Б, да. Может быть, не больше 13. Отлично. Дальше. Молчать можно. Мы же говорили на тему. Б не больше 13. А? А не больше 16. Правильно. Так, ну а теперь табличка. Собственно говоря, давайте здесь вот создадим такую табличку. Здесь будет у нас число А, здесь число Б. Давайте спокойно перебирайте. Значит, в качестве Б подставляете подряд числа 0, 1, 2, 3 и так далее. И смотрите, как только найдете, чтобы подошло под первое уравнение и эти неравенства, так сразу пишите туда пару чисел. Так, слух. Если b равно нулю. Если b равен нулю, то тогда а если. То а это 39. А 39 слишком много. Да. Тогда получается то, что это неверно. Если b равен одному, то тогда. 36 тоже слишком много. Давайте побыстрее снижайте. Там b равно, я не знаю, 5. Если b равен 5, то. 39 минус 15. Это будет 24. Все равно плохо. Все равно много. 7. 7. 11. Нет, почему 11? 7 умножить на 3 – это 21. 21 минус 39 – это будет 18. 39 минус 21 – это 18. Все равно это 18. Много. А 8 уже подходит. Значит, пожалуйста, вместо числа B пишите 8, а вместо числа А? Вместо числа А будет 15. Совершенно верно пишем. Так, теперь вместо B пишем 9. Вместо А сколько? Вместо А 12. Совершенно верно. Так, дальше вместо B что? Десятка. Да, замечательно. 9. Да. 11. Да. 6.
Замечательно. Так, 12, 3. Тринадцать и ноль. Великолепно. Вы нашли, по-моему, 6 вариантов, да? Да. Да. 6 вариантов. А теперь нужно каждый из этих вариантов подставить вот в это равенство. Если есть таблица, то воспользуемся вот этим равенством и для ускорения работы сделаем так. Просто сделаем отдельную строчку. 648 минус 40а. Я предлагаю простой способ. Здесь взять, написать 40а, а здесь, соответственно, 648 минус 40а. Понятная идея? 40 умножать на 15, совершенно не проблема. 40 умножить на 15, это сколько? Это будет 600. 600. Значит, здесь будет 600. Дальше 40 умножить на 12. 480. Здесь 40 на 9. 360. 40 на 6. Это 240. 40 на 3. 120. И 40 на 0? 0. Ну, а дальше вы уж, пожалуйста, сами. Здесь можно даже ничего не делать, потому что... А нет, нет, надо, надо. 48. 48. Так, дальше. Так, отлично. А теперь каждый раз надо проверить, на B это делится или нет. Дело в том, что X у нас ведь это что такое? Это 648 минус 40А разделить на B. Согласны? Значит, надо все время проверять, 48 на 8 делится или нет? Делится 6. Делится. Значит, ответ будет 6. Отлично. 168 на 9. Делится. Нет, это... не делится. Смотрите, сумма цифр 1, 6 и 8. 1 и 8 делится, а 6 не делится. Нет, не делится. На 10 288 делится. Так. Не делится. Не делится, потому что на 0 не кончается. На 11 число 448 делится. Тоже нет. Потому что 440 делится. Да? Дальше. 528 на 12. Как? Давайте проверять. 528 на 12. 480 и 48. 480 и 48. Правильно? Ответ будет какой? Да. 480 делить на 12. 40. 48 делить на 12? 4. То есть получится 44. Так, и наконец последнее. 648 на 13. Ну, ребят, на самом деле 650 это 50 умножить на 13. А 648 не делится. Минус. Отлично. Значит, мы с вами получили замечательный ответ. Два варианта. В этой задаче либо шестиногие драконы, и тогда 40-ножек 15 штук, а драконов 8. Или 44-ногие, и тогда 40-ножек было 3 штуки, а драконов 12. Понятно? Вот, да, да, 44 ноги, это, конечно, страшно, когда у дракона, вот, но, тем не менее, в сказке чего не бывает. Спасибо, все правильно. В квадрате размером 6 на 6 клеток некоторые клеточки закрасили так, что из любой закрашенной клетки можно пройти в любую другую закрашенную клетку, переходя только через их общие стороны. Может ли среди закрашенных клеток быть ровно
12 таких, которые имеют общую сторону ровно с одной закрашенной клеткой. Эта задача в первую очередь тяжелая для понимания условий. Поэтому давайте мы сделаем так. Закрашивать это слишком много мела потратим. Кружочками отметьте несколько клеток, но внимание, чтобы из любой можно было добраться до любой другой, переходя только через общие стороны закрашенных клеток. Хорошо? Отметьте несколько штук кружочками. Быстрее. Все? Отлично, спасибо. Дайте. Так вот, смотрите, из этих клеточек вот эти четыре обладают тем свойством, что имеют общую закрашенную, имеют общую сторону только с одной закрашенной клеткой. Поэтому то, что нам нарисовали, это пример для четырех. Ну, на самом деле, можно было примерно в таком же духе продолжить вот как-нибудь так. Тогда плюсики надо будет поставить сюда. И это будет уже пример для пяти. Можно поставить вот так, это будет шесть. Можно поставить вот так, это будет семь. А требуется 12. Это гораздо больше. Все, вы все нарисовали, садитесь. А, давайте смотреть, что это за... Вот эти клетки имеют общую сторону только с одной. Уже три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Слушайте, неужели правда? Действительно, из любой клетки можно добраться до любой другой. Действительно, именно штук. Хорошо. Теперь задача, на самом деле, она в этой книжке состоит из четырех пунктов, а можно придумать гораздо больше. Ну, посмотрим, насколько у нас с вами терпения хватит. Значит, искать пути. Искать пути. Давайте я нарисую сейчас для... Что? Для пункта А эту табличку. А вы, пожалуйста, соответственно, себе. И краткое. Мне сейчас гораздо труднее, чем вам, потому что вам помогают клеточки в тетради. Ой, юпы. Надо найти путь от левой верхней буквы А до нижней правой буквы Я. Он должен проходить по одному разу по каждой букве алфавита. И двигаться можно каждый раз только на соседнюю букву по вертикали или горизонтали. То есть диагональные ходы запрещены. Значит, ребята, мне сейчас нужно не решение задачи, в смысле
маршрут. А решение задачи в смысле анализа, то есть там через такую-то букву маршрут обязательно пройдет, через такую-то он ни в коем случае не пройдет. Вот такой анализ. Поэтому, если кто-то из вас способен хотя бы какую-то букву стереть или хотя бы какую-нибудь букву обвести, то прошу. Сотрем букву А. Совершенно верно. Она уже есть. Мы уже... Маршрут должен по каждой букве пройти по одному разу. Буква А в маршрут уже входит. Все. Одну букву стерли. Дальше. А, буква, вот эта буква Р, она стирается, потому что тут есть Р, если мы сюда пойдем. Нет, извините. А может быть, мы пойдем не сюда? А может быть, мы пойдем на букву О? Нет, так нельзя, да. То, что мы здесь можем пойти или сюда, означает, что мы пока еще не знаем, стирать эту букву Р или нет. Такая идея. Если какая-то буква встречается только один раз, то мы ее обязаны обвести, и маршрут через нее обязан пройти. Да? Я. Я интересно, она уже обведена. Эта буква... Через эту букву мы пройдем обязательно, потому что мы не можем двигаться в одном направлении две буквы. Почему? У вас две буквы И. Вот это и вот это. Почему бы маршруту не пройти вот так? Через эту букву И, например. Нет, не понимаю. Вы по алфавиту проверяйте буквы и смотрите, нет ли той, которая встречается только один раз. Не надо ничего обводить. Вы мне скажите буква Э. Это ваши друзья. Значит, давайте за мелом просто не будет сейчас. Что? Давайте посмотрим. Буква Э есть здесь. И еще вот здесь. Согласны? Поэтому не надо было сразу обводить. Можно подумать. Нужно ввести букву У, потому что она не повторяется. Давайте проверять. Отойдите от доски. Проверяем нижняя строчка. Буква У присутствует еще где-нибудь или нет? Нет. Точно? Нет. Ну все, тогда обводите ее, пожалуйста, в кружочек. Вводить ее в кружочек, это нормально. И здесь, смотрите, внимание, поскольку маршрут должен пройти, то на самом деле надо обвести и букву З, и букву К. Верно? Хорошо. Быстрее. Еще не повторяется буква С. Покажите, почему. Ну, что больше... А, есть. Садитесь. Вот Z. Нужно стереть эту букву З, потому что мы уже там... Конечно. Нужно стереть букву З. И букву К, кстати, и тоже букву. Найдите. Да, вот, да. Так смотрите. И если подумать... Еще не встречается меняющий знак. Да, а если посмотреть? А если внимательно посмотреть вот сюда? Нет, еще строчка. Два мягких знака. Да? Буква D. Ну, давайте смотреть. Вот одну букву D я вижу. И вот здесь я вижу букву D. Нет, ребята, дело в том, что вы уже начали рассматривать эту задачу. И вот смотрите, вы здесь уже знаете такой вот кусок маршрута. И вы знаете, что здесь вот уже ничего нет. Да? Мне кажется, что нужно стереть эту букву В, потому конечно. Что мы через это тупик. Можно в нее войти, а выйти из нее уже не получится. Поэтому вы стираете букву В. И вот здесь-то... Молодец. И поскольку на самом деле букв В было всего лишь две штуки, то эту обводите, а значит... Буква рядом с... О, у нас идет сюда есть? Да, совершенно верно. Идете, обводите, идете, обводите.
второй йона. Да, 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 совершенно верно. Буквы О и Ё надо теперь стирать. Теперь еще С. Букву О найдите где? Наверху она. Буква Х теперь. Да. Секундочку, давай. Да, молодец. Букву О стираем и букву Х, правда? Да, потому что... Букву Х тоже стираем, и значит... Давай, давай. Мы пройдем через... Букву Р можем там ее стереть. Мы через эту Х пройдем. Правильно, потому что больше нет на картинке буквы Х. Значит, надо соединить ее с буквой Я. А, Р нету. Мы обязательно пройдем. И там уже... Р, Х надо стереть. Там подсказывали, что вот здесь вот от буквы А маршрут должен начинаться. Через R. Через R, да, давай. Значит, маршрут должен идти через R. Да, значит, R здесь надо стирать. Значит, и значит, видно, как он и пойдет, да. Он пойдет через букву M. Только надо здесь, конечно, было поаккуратнее написать палочку, давайте. Там R. M надо второй стирать. И получается стереть S, потому что тупик. Стереть S. Стереть S, кстати, разумная мысль. Вот это. Стоп, нет, вы как-то как нечестно. А, да, M надо стереть, да. Вот здесь вот S, нам правильно подсказали с места. Смотрите, если от Я мы идем сюда, стирать, то S надо стирать. Отлично. Там D надо стереть. Здесь D надо стереть. Да, замечательно, D надо стереть. Так, а вы помните, что D было всего две штуки? Давай, давай. Так, опять с ростом проблемы, давайте я вам помогу. Значит, D надо обвести здесь, провести сюда, обвести, провести. Так, хорошо. И D надо стереть. Стирайте. Еще надо стереть. Еще надо стереть. Да, замечательно. U надо стереть, потому что у нас тупик тогда получится. Отлично, стираем U. И П надо обвести. Тогда мы сюда должны пойти. А почему? Потому что больше букв Ю нет, да? Нет, секунда. А может быть такая проблема? А почему мы именно так пойдем, а не так? Непонятно. Так ближе. Мало ли как ближе. Наш маршрут. Вы же поймите, мы не знаем, как автор задачи составлял, и он придумал какой-то хитрый маршрут. Пожалуйста. Вот, мы пойдем отсюда, либо сюда, либо сюда. Не надо варианты разбирать. Здесь есть столько уже очевидных вещей. Нет, 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 нет. Некоторые из которых даже уже были сказаны вам. Мы из Z пойдем либо сюда, либо сюда. Да нет же, мы из буквы К куда-то должны идти. Пойдем обязательно в П. Обязательно в П пойдем. Конечно. Из буквы К? Нам некуда идти, кроме как в букву П. Это поэтому вторая П. Да, молодец. Возможно. Да. И поэтому Ч тоже там не по делу уже. Да. Получается. А какая Ч у нас есть? Вот там надо, значит, навести. Значит, он не за первой строчкой. Да, значит, вверху через вот эту букву Ч. Правда, непонятно как, но как-то маршрут пройдет. С чем мы можем попасть только в экран? Непонятно. Может быть и здесь. Мы пока не знаем. Не торопитесь. Да. Можно еще, мне кажется, стереть эти две буквы. Почему? F, потому что мы уже вот так пойдем. А почему? У нас уже... А почему не вверх? Нет, смотрите. Точно, что мы здесь идем. Это мы помним. Но никто не сказал, что мы здесь пойдем вверх, а не сюда. Нет, нет, девочки, садитесь. Нужно просто подумать. А мы пойдем после R. Почему? Если пойдем через I, то U останется в тупике. А буква U у нас еще есть? Нет. Вроде бы нет. Понятно. То есть мы ее просто тогда забыли обвести, да? Да. Когда мы стирали, мы забыли букву U обвести. То есть она в тупике. Так, замечательно. Значит, у нас получается, что маршрут обязательно вот такой. Е второй надо стереть. Что? Е второй. И кратко надо. И второй. Вот в этом месте надо стереть букву И кратко. И еще букву. Очень хорошо. Ребят, а что это означает? Значит, для буквы Ч это означает наличие вот такого маршрута, правильно? Да. Значит, мы с Т пойдем. Что? И в СП пойдем вниз. И в СП пойдем вниз. Замечательно.
Значит, мы будем стираем букву Е вот эту. Очень хорошо. Конечно. А после Y пойдем наверх в И. У нас, правда, буквы Y здесь нет, это русский алфавит. Ну и тогда, если в Г пойдем, тогда И в тупике. Если в Н пойдем, тогда тоже И в тупике. Поэтому тогда сейчас, будет буквы... А мы можем И. Секунда, буквы И. Два раза. Она два раза, поэтому пока непонятно. Ну вот если мы пойдем сюда или сюда. Нет, непонятно. Пока, к сожалению, пока еще непонятно. Садитесь, пожалуйста. Нужно не то, что скорее всего, а мы рисуем сейчас только то, как точно маршрут обязан проходить. Предположений сейчас пока недостаточно. Ща. Да. Давайте посмотрим, а мы уже где она есть. Вот у нас есть буква Ща в одном единственном экземпляре. У нас С, естественно. У нас F. Буква С? Да. Вот она есть. Да. А еще где-нибудь есть? Нет. Я прошу, заедал. Понятно. Дело в том, что когда мы зачеркивали, надо было сразу вводить. Вот, ребят, вы тогда заметите, вы торопились, и поэтому действовали немножко не по системе. Это наш сейчас. Мы в Э пойдем. Надо пойти в Э. Мы стираем вторую. Надо пойти в F. И при этом стереть вторые экземпляры этих букв. То есть букву F надо обязательно убрать. Букву Э. И букву Э, которая... Где я не вижу. Рядом с вот здесь, да? И еще букву... Значит, B и L тоже тупик. Правильно. Буква B и L это тупик. Значит, мы отмечаем, что другие B и L отводим. Другие B и L надо обвести, если я еще видел. Вот L я нашел. Под ней. Только, ну, внимание! Никто не сказал, что маршрут обязательно идет из буквы Б в букву Л. То, что они мне здесь почти слились, еще ничего не значит. Так, а вот здесь вот я могу обрабатывать или не могу? Можете. Из F можно пойти только в твердый знак. Совершенно верно. Из F только в твердый знак. Это твердый знак. Из E только в G, молодцы. Значит, второй экземпляр буквы Ж мы стираем, тоже хорошо. Да. А мы нет, надо заходить. Аня. Мы из Э должны пойти в букву Н. Потому что в твердый знак идти, это значит зациклиться. Да. Молодец. Мы вторую букву Э стираем. Значит, вот эту букву Н стираем. Значит, идем Н, мы должны в Г пойти, потому что... На самом деле, ребят, смотрите, вот здесь вот в И идти точно нельзя. Потому что тогда мы в Я никогда не попадем. Значит, здесь как стоит отрезочек? Вот так. Очень хорошо. И что это означает? А ничего не означает, потому что буквы И две штуки. Да. Мы не знаем, то ли здесь маршрут пройдет, то ли там. Плохо. А так все хорошо стало. Да, если мы спустимся к ней, то придется поворачивать. Все буквы, которые у нас есть, буква два раза повторяется. Буква И здесь не нужна. Почему? А то, что да, если пойдем через так, туда О пропадает вообще смысл и В. А поскольку они уже объединены, то... Не понимаю. Смотрите, то, что вот здесь вот нет отрезка, это я понимаю, потому что через Ё вот так идет маршрут. Ну, может быть, И идет вот сюда. Почему? А, ну, поскольку уже тогда О, оно объединено, оно точно будет. И что? Если мы пройдем через себе, что маршрут идет О, И, Н сюда и скажем, пошел. Не понимаю. Н идет обязательно сюда, потому что если Н будет идти сюда, твердый знак уже. Ну, твердый знак вот только вот сюда. А, мысль хорошая. Да. Действительно, господа, ведь из твердого знака мы можем идти только в букву Г. Правильно? Да.
Да. Поэтому из буквы Н мы обязаны идти в Ы. А вторую букву мы стираем. Значит, мы должны вторую букву Г и букву И стирать. И стираем. Значит, и Н тоже стираем. Правильно. Буква И теперь стала тупиковой. Значит, ее надо стирать. Другую надо обводить и соединять, естественно, вот с этими буквами. А вот буква Ш тоже в тупике. Буква Ш стала тупиковой. Стираем ее. Эта буква стала настоящей, замечательно, маршрут. Это буква маршрута. Да, говори. Вот, из Ж мы идем. Правильно, конечно. Из буквы Ж мы идем в мягкий размах. С стала висячей, да. Значит, здесь мы теперь должны так сделать. Отлично. Да, теперь ведь действительно видно, как все получается, да? Мягкий знак С. С и буква Л, Л и Б, Б и Ш, Ш и Г. Здорово. Ну, ребят, давайте для контроля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 1, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ура! Действительно, получились все 33 буквы русского алфавита. Задачки, в общем, по сути, похожие. Только мы взяли, что поддерживаем. Конечно, да. Тут надо одну из них по-настоящему понять, и дальше уже все делается. В всякий случай, у нас есть там для маленьких так называемое летнее домашнее задание. Так вот, в том файле таких задач 20, если не больше. Mm-hmm. Я не уверен, что их все надо обязательно делать, потому что в какой-то момент вы понимаете, что это все более-менее на одно лицо. Но тем не менее, пока не получается, их надо делать. Следующая задача, надо найти маршрут от буквы А, верхний левый, до буквы Я, правый нижний. Можем сразу стереть букву А. Можем сразу стереть букву А, это правда. Дальше. Давайте проверять. Вот в одном месте я ее вижу. Да. И есть ли еще где-нибудь буква Х? Нет. Да, самый В. Действительно, буква Х встречается один из них. Пока идет Е и В. Значит, Е, Н и важно так, стереть. Так, Н надо стереть. И Е. И надо стереть букву Е. Отлично. Давай дальше. Еще повторяется один раз буква В. Секунду, давайте проверим. Давайте проверим. Вот я вижу одну, повторяется. Я вижу другую. Повторяется. Да? Из Б мы точно пойдем в Ш, потому что нам больше некуда пойти. Так, а вообще буква Б еще где-нибудь есть?
Вот есть еще буква «Б». Поэтому, к сожалению, вы не можете понять, какая из буквы «Б» на самом деле использована. «Ю» надо. Конечно. Вот это правильно. А другую «Ю» надо буквы ввести. «Буквы «Ю» и «Р» надо убрать, потому что они тупиковые. Теперь надо ввести вот эту букву «Ю» и вот эту букву «Р», конечно. Здесь вот так вот пойдет наш ход, и буква «Д» тоже. Надо стереть. Да, совершенно верно. Букву «Д» стереть. Дальше. А значит, из буквы «Р» пойдет. Молодцы. Из буквы «Р» можно пойти только в букву «К». Значит, мы стираем букву «К». Да, мы другую букву «К» стираем. Букву «К». Вот она была чуть выше «Я». Да. Выше самой последней «Я». Вот она, вот «Н». Отлично. И значит, мы из «Н» сразу пойдем в «Л». Значит, другую стираю. Значит, из «Д» мы можем попасть только «М». Идем букву «М». И слава только «Ш». Правильно. Другую «Ш» стираем. А букву «Ш» и «Б» стираем. Ш стираем. И «Б» стираем. Да, теперь вот эта буква «Б» стала значит, мы пойдем в «Ж» этот курс. А другую «Ж» стираем. И «Б» стираем. Другую «Ж» стираем. И «Б» стираем. Ребята, не орите сразу. Надо «Б» вести. Б? Я не вижу, где она. Под «Ш». Под «Ш». Надо ее вывести под «Ш». Третий столбик. Вот буква «Ш», буква «Б». Надо ввести. И значит, мы с ней точно пойдем в твердый знак. Так, из «Ш» мы пойдем в твердый знак. Это правда. Значит, там надо стереть. Надо твердый знак стереть. И значит, в «У» пойдем. Пойдем в «У». Мы стираем. «У» стираем. «У» стираем. Стираем «У». Молодцы. Значит, из «Твердого знака» мы только «О» пойдем. А еще из «Р» подчеркнутая. Мы другую «О». Не слышу. Из «М» подчеркнутая, мы идем только в «Ы». Из «М» идем в букву «О». А другую «О» надо вызвать. «Ы» и «О» стираем. Сделайте. А из «Ы» только «О». Молчите. Очень шумно. Только с объяснением. Надо стереть букву «О», потому что у нас здесь уже используется. Еще «Ы». Надо «Ы». Пожалуйста. Надо стереть букву «Ы», потому что она есть. Да. И из «Е» мы пойдем только «У», потому да, что конечно. Из... Да, чтобы не было цикла. Да. Мы пойдем из буквы «О» в «Ч». Потому что больше да, никуда не видно. Давайте рисуйте. И за... убираем второй чек. Как тебя называют? Следовательно, что еще мы из буквы «Ы» пойдем только «В». Из «Я» мы пойдем в «И». Хорошо. А из «И» в «Ц». Да. У нас есть «И». Можно не будете вы вдвоем там стоять? Это верный способ ошибиться. Потому что я не видел, что вы там сейчас подтерли. Я подтер «В». Замечательно. А почему есть... вы не объяснили эти слова? Я сказала, потому что там есть «В». Подчеркнуто. Сядьте. Если вы не умеете вести себя в доски, просто сядьте. Так, хорошо. Надо стереть «С», потому почему? Что она повторяется вот. Да, хорошо. И надо стереть «П», потому что это тупик. Отлично. Значит, из «Чем» мы пойдем только в «Е». И краткое. В краткую. Дальше. И вторую краткую надо стереть. Значит, из «Ц» мы пойдем только в «Э» и в «Г». Нет, вы же линию нарисуете полностью. Привет, вот вы так чуть-чуть ленитесь, а? Вот вам настолько вот не довести линию до конца. А это разница между тем, что летает, не летает. Понимаете? Вчера произошло совершенно замечательное признание. Вы знаете, когда спутник упал, да. И было официальное сообщение. Россия перестала уметь запускать спутники. Простая вещь, технология по производству двигателей утрачена.
надо искать специалистов и так далее, и так далее, и так далее. Есть огромная разница, да, вот у кого-то летало раньше, много-много лет, примерно 50 лет, летали, и все было нормально. Кто-то из специалистов ушел, кого-то назначили не очень умелого, и технология, которая была абсолютно отработанная, а вот уже подряд один за другим взрываются и взрываются спутники. То же самое, ребята. Мы из буквы «Э» пойдем, конечно, больше некуда идти. Да, конечно. Это колкость. И другую букву «Г» мы стираем. Хорошо. Дальше. Надо ввести мягкий знак, потому что у нас он только один. А внизу? Там еще один. Нет, он не один. Надо стереть букву «З» и букву «Е». Правильно, потому что они теперь тупиковые. Да, стираем. И значит, другие «Ё» и «З» мы обводим. Зарядно. В общем, очень много не сделанного, и причем простого не сделанного. А буква «П» только одна. Ее ввести на. Погоди. Кто же мешает? И из нее мы идем только. Почему? А, да, пожалуйста. Мы должны ввести букву «Ф» и через нее просить пройти, потому что если мы пойдем вот так, она... Здесь буква «Ф» непонятно. Если это еще раз, есть много очевидных замечаний, которые вы не делаете. Такие глубокомысленные не нужны, когда вы совсем простые вещи еще не замечаете. Еще не проведено много отрезочек, которые можно легко провести. Надо обвести, потому что... Да, конечно, от буквы «Ё» надо пойти и... Да-да-да. Значит, мы стираем. Единственное, что вот здесь, вот, понимаете, заметьте, я когда обводил, я старался, чтобы кружочки не налегали друг на друга. Здесь у вас обведено кратко, но никто не сказал, что этот кружочек обязательно... Вот здесь вот надо было провести отрезок. Нам надо теперь стереть букву «Ф» и «Т». «Ф». Да, стереть. Значит, мы из «В» попадаем в «Щ». Почему? Да, согласен, попадаем. Обязательно идем именно в букву «Щ». Почему? Потому что других у нас вариантов нет. Вот это я не понимаю. Давайте. То, что из «В» в «Щ» это я понимаю. Нет. А почему? А да, вот сюда нельзя, да? Да. Сюда, да, сюда нельзя, согласен. Значит, действительно маршрут такой. Давайте рисуем. Надо стереть другую букву «Щ». Да, согласен. Буква «С» стала тупиковой. Мягкий знак тоже тупиковый. Да, 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 все правильно, стирайте. «С» тоже все. Да. И маршрут проявился. Да, вот так, да, сюда. Сюда и по вертикали. Отлично. Опять контроль. Считаю буквы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 32, 33. Отлично. Задание то же самое. Из левой верхней буквы «А» в
в правую нижнюю, я прошу вас. Стираем букву А. Очень хорошо. Доски. Сядьте, посмотрите на таблицу и только после этого поднимайте руку. Я уже говорил вам сегодня, это ваш огромный недостаток, что вы считаете нужным сказать, прежде чем подумать. Давайте посмотрим. Буква Т. Посмотрите, в верхней строке ее нет. Во второй строке тоже нет. Третьей нет, она только одна. И в четвертой нет. Она только одна. Я ее вижу только в одном месте, вот здесь. Да, да. Да, отлично. Значит, давайте обведем ее в кружок. Нет, нет, ну что, и сразу, мы же помним. Да. Надо ее соединить с соседней буквой Ж и с буквой краткой. С двумя соседями, потому что маршрут должен через букву Т пройти. И сразу же надо буквы и краткое, и Ж стереть везде, где они есть. Так, букву Ж убрали. Кратко рядом. Кратко вот здесь. Очень хорошо. Совершенно верно. Маршрут по-другому проходить не может. Я вам больше скажу. Из мягкого знака он обязан идти дальше в букву К. Поэтому вы сейчас должны найти, где там мягкий знак и буква К, и их стереть. Мягкий знак вот там. Понятно. И вам. Ага, рядом. Наверху. Наверху. Первая строчка. Еще становится тупиковый. Щеп. Отлично. О, выходи, выходи. Значит, О, Ш. Да, конечно. Ща, О и Ш. Значит, О. Значит, мы обводим букву Ша. Обводим букву Ша. О, потому что она единственная теперь раз встречает. Буква Ща встречает. Буква Ша. Буква Ша. А это нам дает очень большие возможности, ребят. Вы знаете, как идет маршрут с буквы Ша. Давай, давай, давай. Да. Дальше здесь. Отлично. В его надо стереть, значит. Да, молодец. Вот В. Сверху вот так. Над тем, что вы только что стерли. И мы из N еще. Почему? Мы получаем, что мы из O обязательно пойдем. Конечно. Давайте. Из... Не понял. Стирать или рисовать, давай. Из буквы О идем в М. Нет, насчет F не знаю. Это еще неизвестно. А вот то, что из буквы О в букву Щ идет нашу, это точно. Смотрите, у вас она здесь буква. Что делаешь? У нас буква О оказалась вот здесь вот. Вы должны были сразу ее нарисовать, потому что по-другому маршрут через нее пройти не может. Да, вот здесь умный ответ. А, получается, что мы можем пойти только в чем? Конечно. Получается, то тогда вторую чем надо стереть. Вот. А. Ну, там, да. Нет, тут я... Вот, ребята, почерк, к сожалению. На букву Д. Это у меня так Г пишется. Это не буква Ч, это у меня буква Г. Извините, что я не очень черт принесла. Буква Г. Значит, К может идти только в. Молодец, да. Только буква С, значит, путь от буквы К, да. И надо букву С найти и стереть. Да, молодец. Значит, и Н это и уже тупиковый. Он станет тупиковым, поэтому А обязана идти в Н. Почему не понимаю? Почему потому что Н уже не больше нет, да, молодец. Да. Значит, из Н мы идем только в З. Так, замечательно. Мы стираем, подъем там, З, подъем. Ну вот, это... И буква Ё стала тупиковой. Значит, мы из Ё идем только сюда. Да. А что?
тогда через изъемы обязательно пойдем в букву Х. Конечно, вниз идем, да. Нет, это неправда. Это неправда, что из Х можем идти только... Более того, здесь маршрут очевидно выглядит не так. Из Х мы идем вовсе не в букву У. А, В. Мы можем из У пойти в Г, мы обязаны будем пойти. Ребят, смотрите. Если мы пойдем так, А, Н, З, Ё, Х, У, Ща, Ша и В, то дальше непонятно, куда мы пойдем. Тупиковая. А на самом деле как? Х, В. Ша, В, Х, ну, из Х... А, ну, из Х, В. Выйти надо. Ну, получается, из Х, В. Из У. А из У туда точно в Г. Да? Потому что больше никуда. И стираем вторую букву Г. Да, стираем вторую букву Г. Тогда, если мы обязательно пойдем в Б. Смотри, вторую. И... Да, эту верхнюю в. Надо стереть. Из Г. Нет, непонятно. Вот это у нас буква Г была. Да что? Е и П тупиковые. А почему? Казалось бы, они... А, дело в том, что вот здесь вот, это не про них, да? А если маршрут зайдет сюда, то он уже не выйдет. Потому что здесь вот как бы через букву Р только все входы, да? Тупиковые, на самом деле, все эти три буквы. Их надо все стереть, Е, И и букву П. Надо все три убрать, и наоборот, там, где вы их видите, их надо обвести. Еще Е и П. Вон они. Вот Е, вот Е. Да. Еще Е. Да, и Е. Так, замечательно, хорошо? Ну, из М может пойти только в Э. Что-что? Ну, из М может пойти только в Э. Не понимаю, почему. Может быть, Е. Может быть, эти входят в маршрут. Я не знаю пока. С чем мы пойдем только вы? Почему? А потому что если мы пойдем сюда, просто. Правильно. Если мы пойдем из буквы Ч в букву Б, то пойдет положиться цикл. Поэтому надо идти в... хорошо. А вот дальше непонятно, то ли в эту Э, то ли в эту. Ну если... Все хорошо, дальше. Можно идти только в эту. Почему? Потому что если пойдем в эту, то тут по-любому будет повторение. А, замечательная мысль, вы абсолютно правы. Не рисуйте, дайте я людям объясню. Посмотрите, если мы идем сюда, в букву Э, то дальше будет либо СС, либо СЭ. А это повтор. Действительно, значит, эту букву Э надо стереть, и надо идти в эту. Отлично, придумали. Давайте, давайте рисуйте. Значит, именно эту букву Э мы обводим в кружочек. Да. Сюда, только сюда. Теперь можно идти только в Э. Непонятно. А нет, тоже понятно. Вы молодец, слушайте, вы молодец. То есть, если мы пойдем сюда, то опять пойдем через С. Значит, идти надо вверх, нарисуйте здесь отрезочек между буквами Э и Л. Так. Это С исчезает. А через другую С пройти все-таки надо. Так, значит, да. Так, отлично. А нет, кто лишнее? Смотрите, все хорошо. Смотрите, какой он молодец. В результате вот этого простого замечания, смотрите, как у нас прорисовалось далеко. А значит... Так, давайте. Надо стереть вот эту букву Л, потому что она уже есть у нас. Чего? Надо вот эту Л стереть, потому что мы уже... Ну да, да, все-таки не обведенную, а эту. Хорошо. Мне кажется, надо вот эти вот три буквы стереть, потому что они тупиковые. Мы пойдем вот так вот. Непонятно. Может быть, мы через них пройдем. Да, понимаете, еще неизвестно. Может быть, мы пройдем вот так. А, пожалуйста. Хотя нет. Ну тогда мы вот здесь. Вот так точно можем. А? Да, вот так вот получится пройти. Я считаю, что надо стереть вот эту букву И, поскольку тогда мы потеряем связь между
этим вот концами. Да, вот это разумно. Да. Действительно, вот эти вот буквы И, Д и вот это даже Ю, действительно, без них никак. Да. Давайте, рисуйте здесь маршрут, потому что иначе от буквы Я туда просто не доберешься. И, соответственно... И твердый знак тоже. Твердый знак убирайте там. Да, а тогда уже заодно и R. Да, R тоже. И значит, это... Ну, в общем, вариантов не так много, но тем не менее... А D тупиковая. Стоп, D тупиковая, да? Вот. А тогда либо через F. А F где у нас есть? Вот, ну, там через F обязательно. Через F, через эту маршрут пройти. Обязательно пройдет. Да. Значит, поэтому через эту он не пройдет. Ну, и через эту R пройдет. Да, все. А там надо еще. Так, ну все-таки контроль. Спасибо. Контроль. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, один, двадцать, 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 четыре. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ну что, мы молодцы.